Москве в торгово-промышленной палате прошел инвестиционный форум «Russia Talk». Представители российского и британского бизнеса, эксперты в сфере финансов и инвестиций встретились и обсудили экономическое сотрудничество и развитие России и Великобритании. На днях Всемирный банк выпустил рейтинг Doing Business. Россия заняла 35-ю строчку. Это оценка делового климата в стране. В прошлом году показатель был на 5 пунктов ниже. Сейчас английский бизнес инвестирует в энергетику, фармацевтику и другие отрасли промышленности. По данным Центробанка, объем прямых британских инвестиций составляет 15 миллиардов долларов. Российские вложения в экономику Великобритании оценивают около 8,5 миллиардов долларов. Порядка 300 британских компаний работают в России. Самый крупный британский инвестор – British Petroleum. Я бы отметил, что перед Россией и Великобританией стоят сходные задачи. Это в первую очередь повышение производительности труда. Сейчас действуют санкции, но есть очень много сфер, где Россия и Британия могут сотрудничать. Безусловно, британские компании заинтересованы в том, чтобы вести бизнес в России. Влияние санкций, Brexit – темы, которые беспокоят предпринимателей. Впрочем, несмотря на сложности в международных отношениях, бизнес-контакты между российскими и британскими компаниями продолжают развиваться. Что касается Brexit, ну, конечно, он повлиял. Естественно, что англичане ищут возможности для привлечения инвесторов. Ну, коль так складывается не просто отношения там с Европейским Союзом, то они, конечно, ищут возможных инвесторов, в том числе и внимательно смотрят на Россию, на российские возможности, на российских инвесторов. Поэтому полагаю, что интерес еще больше будет к России. Британских инвесторов ждут не только в столице. Одна из задач торгово-промышленной палаты – привлечь их в российские регионы, тем самым стимулировать приток иностранного капитала. Пока флагман по количеству зарубежных проектов – Калужская область. Их более 160. Если посмотреть на карту, то вы увидите, что Россия – это не только Москва. У нас в офисе в Лондоне работает представитель торгово-промышленной палаты России, и поэтому у нас прекрасные связи с коллегами в территориальных палатах. И, конечно же, мы будем работать над тем, чтобы приезжали бизнес-делегации из России и в Россию, особенно в регионы. Представители регионов уверены, создание условий для инвесторов, снижение налогового бремени, развитая инфраструктура – это то, что поможет объединению отечественного и зарубежного опыта для производства передовой продукции.